точнее, в лете. И в городок направляюсь под названием Белокурово. Удивлюсь, если немногие знают, что есть такой городок. Он существует рядом с знаменитым городом Севастополь. Раньше он был секретным, и там была военная база подводных лодок. И она была в скале. Очень интересно. Теперь там музей, кстати. Вот, ну, я вам все расскажу, покажу. Очень красиво, и там бухта красивая. Покажу вам. Там, где красиво, там обитаю я. Хорошо, здесь можно всегда купить свежие овощи, фрукты, ну, ягодки. Ребят, вот и балаклава. Погода хорошая, и море очень красивое в этой бухте. Такой прям морской волны цвет. Зеленовато-голубой, красиво очень. Там, кстати, напротив, та самая пещера, где подводные лодки военные были. Там теперь музей. Мне нравится, несмотря на то, что тут многолюдно. Балкончик такой хороший. Я немножко сейчас отошла от дороги. В принципе, чувствую себя бодренькой. В самолете немножко поспала. Ну что ж, сейчас мы пойдем кушать. Наконец-то. Приятно так. И вообще, это как моя мечта такая сбывшаяся. Я давно хотела на балкончике. Можно было свинцом, с шампанским, просто свинцом, но все равно прикольно. Фрукты, все. Нет, я люблю такую романтику. Желаю балаклаве красоты и процветания. Ребят, тут не могу выбрать, какой мне. Горох тоже интересно со стороны. Смотрю, он тоже интересно смотрит. Из-за того, что вот эта каемка, горох, он как-то играет. Он интересный. Либо вот простой. Без. Да, посмотрите, горошка. Фотография. Улетела, что ли? Нормально. Что улетело? Вот так, например. Ой, мама, шляпа улетела. Вон. Не, наверное, сбоку. Как мне лучше, какой взять-то? Вот эту шляпу. А есть еще другая шляпа. Вот такая. Она попроще. Немножко такая. Простенькая. Но она другая. Вот тут. Как вы думаете, что мне взять?
Наверное, все-таки коралловый шляпник. Нет, наверное, я коралловый возьму. Да, вы как думаете? Вот такой вид нормально? Но до них можно добраться только на катерах. На таких. Катера заходят на пляж носом, прям как бы втыкаются в него. И люди слазят на него по лестницам. А сейчас предстоит долгий и тяжелый подъем на развалины Генуэзской крепости. Ребят, я вот привал сделала. На самом деле сложный подъем, тем более в такой обуви. И даже в кроссовках нелегкие. Здесь нет ни лестниц, ни каких-то цивилизованных дорожек специально оборудованных. Все по природе как бы сделано, протоптано. Если есть камушки, то полегче идти. Если нет камушков, то посложнее. Я уже думаю, как я буду спускаться. Спускаться труднее, чем подниматься. Ну все, ребят, давайте увидимся наверху. Вот я отдыхаю на вершине. Наконец-то добралась. Тут потрясающий просто вид. Вот это море, пространство. Это так здорово. Правда, погода портится, с другой стороны идет туча, но, в принципе, можно посмотреть еще на фоне солнца. Ну, давайте посмотрим на саму Генуэзскую крепость, ради которой мы поднимались. Это на самом деле остатки от Генуэзской крепости. Более того, несколько лет назад она еще обрушилась. В общем, все меньше и меньше ее остается, так что спешите посмотреть. Красиво. Ты меня снимаешь? Да. Покорительница гор. Я помахала, а вдруг увидит. Моя шляпа-то трудно не заметить, даже сверху. Как-то
в менее выгодной позиции летел. Здесь такое раздолье, такая свобода, что, в принципе, можно и похулиганить. Ну, я, знаете что, хочу что-то сделать. Давайте пройдем дальше. Привет. Привет. Здорово, тут придумали загорать. Ну да. А можно рядом присяду? Присаживайся. Не помешаю? Да нет. Побудь звездой. Угу. А что вы делаете тут? Не снимаю. Да? Видео, да. Какой ресурс? Ну, мы блог на YouTube снимаем. Вот у вас уже добавляются лайки. Да. Еще не опубликовали, да? Да, вот мы... Крым, это, кстати, место силы тут. Ну да, я уже... И в Крыму очень много таких мест, где располагает обнажиться, обнажается душа и тело. Сама обнажаешься? Да. Тут тоже? Да. Интересно. Очень приятно так, когда просто тело дышит. В Крыму вообще очень хорошие места, много мест, для где обнажить можно тело. Очень много нудистских пляжей. Да, здорово. Можно и без нудистских пляжей обойтись, кстати. Да. Просто где хочется, там обнажился. Ну, конечно, выбираешь где поменьше людей, чтобы не шокировать никого. Да. Но когда никто не наблюдает или думаешь, что никто не наблюдает, хочется обнажиться и просто побыть наедине с природой. Как мать родила. Да, да, как да. Вот... Там еще один сейчас зритель придет. Чтобы сюжет получился это... от второго или третьего. Подожди, я проходил мимо и не смог пройти мимо. Я проходил мимо и не смог пройти. Да, такая девушка тут загорает, и мне захотелось тоже раздеться. Стать звездой, да. Да. А я с удовольствием поделилась, да. На фоне, да? Да. Хорошо выгляжу. Отлично. Начинается. А ты местный? Да. Ты, наверное, много чего знаешь тут? Немножко знаю. А про крепость можешь рассказать что-нибудь интересное? Интересно. Ну, я знаю, что здесь, в этом треугольнике под ним, осуществляют свои обряды, точнее, это место силы, выхода большого потока энергии. И зимой здесь мы ходили с наставником, который раскрывал, увидел то, что ему видно, а мы только ощущаем. И вот эти... Ну, я думаю, что ближе к этому. Так вот, вот под этим вершиной, треугольником, стоит каждому постоять. И, возможно, в этот момент закрыть глаза, вот так вот руки, и почувствовать этот поток, что он несет. А ты постоял там, я видела, и чего, как у тебя с энергетикой? Ну, вот, хорошо. Хорошо, нужно просто расслабиться, отключить мозги, и вот просто почувствовать этот прилив энергии. Хорошо, вот здесь жарковато, правда, сейчас. Просто, чтобы это в клубе было.
толпа пришла, приходится прятаться. Но это только иногда. Вообще тут хорошо. Ну что, ребят, вот такой был день на Гвинейской крепости. Я немножко устала и иду вниз в город кушать. До следующего включения.